Добрый день. Русклимат представляет на выставке «Акватерм» 2018 года новый инновационный продукт, который совмещает в себе различные потребительские характеристики, не только выгодные, но и удобные для потребителя. Вот нагреватель Centurio IQ – это прибор, который вобрал в себе множество технологических новинок в водонагревательном продукте. Начнем с того, что этот водонагреватель сделан из нержавеющей стали, которая имеет повышенную устойчивость к коррозии. Этого позволяет добиться то, что эта сталь имеет повышенное содержание антикоррозийных лидирующих элементов никеля и хрома. При этом сварка внутренних швов бака происходит на уникальном оборудовании с автоматизированной сваркой. То есть это исключает эффекты ручного труда, и, соответственно, течь бака практически невозможна. В связи с этим гарантия на этот бак 8 лет. Это уникальная рекордная гарантия для водонагревателя с внутренним баком из нержавеющей стали. Кроме того, этот водонагреватель имеет универсальный монтаж. Это удобно не только потребителю, который может это смонтировать в своем пространстве либо горизонтально, либо вертикально, но и для бизнеса, потому что этот водонагреватель не требует покупки дополнительных единиц горизонтального монтажа, соответственно, экономит складские помещения, экономит оборотные средства клиента, экономит, в конце концов, витринное пространство, потому что на витрину не надо вешать два водонагревателя, один горизонтально, а другой вертикально. Компания «Русклимат» представляет на рынке водонагревателей новинку. Это водонагреватель «Электролюкс» Centurio IQ 2.0 с функцией управления через Wi-Fi. Отличие от обычного водонагревателя в том, что в данном случае пользователь сам может управлять затратами на электроэнергию, решая, когда водонагреватель нужно включить, когда ему нужна горячая вода, к какому времени, к какому сроку, сам задавать температуру, и при этом находиться, ну, можно сказать так в широком смысле, в любой точке мира. Ему для этого нужно всего лишь иметь доступ в интернет и приложение, заранее установленное на смартфон. Очень важный, наверное, здесь момент в том, что это не просто некая опция ради интереса, это действительно некий новый уровень, что в данном случае на долгосрочном периоде Wi-Fi позволяет таким образом сэкономить в затратах на электроэнергию очень существенную сумму. По подсчетам экономия достигает там порядка 55%. И также это очень, ну, наверное, такое современное удобство, связанное с тем, что мы сейчас живем век информации, когда у многих из нас смартфоны, многие из нас управляют уже не только там техникой, многими другими вещами через приложение. И водонагреватель, он здесь находится тоже в некой логике современной жизни, в логике рынка, и является собой очень такую резко отличающуюся в положительную сторону инновацию на всем рынке водонагревательной техники.